Ярмарка «ТВА-Экспо-2017. Осень». На экспозиции свои товары и услуги представят более 70 компаний и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также из республик Хакасия и Тува. В преддверии школьной поры коллективная экспозиция Тувы традиционно будет сформирована из числа местных товаропроизводителей, преимущественно выставляющих школьную форму и продукты питания. ТВА-Экспо будет состоять из трех крупных разделов – строительство, энергетика, ЖКХ, товары народного потребления, услуги и продукты питания. Выставка будет интересна как специалистам отраслей промышленности, так и рядовым жителям и гостям республики, которые найдут там оборудование и материалы для своего дома, а также различные потребительские товары – от одежды и обуви до эксклюзивных продуктов питания от фермеров. Лучшие участники выставки будут отмечены дипломами и памятными призами.